Καλημέρα. 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 Η ρόπη της να μην τη δίνει. Τόσο πολύ, όχι, μόνο ψωμί. Ψωμί είναι... Έλα, φάκι μου.
сегодня приехали на Бармицу, сегодня воскресенье, и решили сегодня приехать на нашу любимую гору, на Бармицу. Мы здесь давно не были, решили приехать сегодня, потому что вчера шел сильный дождь, погода как-то изменилась, и странная погода, вроде бы и не жарко, прохладно. Мы решили воспользоваться этим моментом и приехать на нашу любимую гору. Мы здесь давно не были. Здесь очень-очень атмосферно, потому что есть красивый, небольшой красивый лес, елки, сосны, разные деревья. Сейчас все цветет, пахнет, такие запахи, птицы поют. И вот я приехала, сейчас хожу с камерой, не могу отключиться, потому что не могу насладиться этой атмосферой, пением птиц и всей этой красотой. Просто хочется походить, это все так волшебно, завораживает. Посмотрите, какие красивые елки, как поют птицы. Да. Вот это сосны, они очень высокие. У нас здесь два вида сосен, это горные, они высокие, а есть еще такие небольшие сосны, невысокие, они как шарики кругленькие. Вот. Конечно, здесь очень волшебно. Молодые елочки, какие они красивые, пушистые, какие красивые елки. Вот так смотришь, они кажутся такими миниатюрными, такими пушистыми, как небольшими, но на самом деле они огромные. И вот растут на горе, растут. Даже подойти к ним не просто, потому что очень крутой здесь такой подъем. Здесь много птиц. Вот, сейчас мы приближаемся. Смотрите, какие здесь елки. И прохладно. У нас в Афинах сейчас 28, около 30, а здесь около 20, 20, 21, в зависимости тоже птички. Здесь много разных птиц поет сейчас. Точно есть синица. Точно есть синица. Как поют красиво. Вот все это вокруг меня, не могу поймать. Где же они тут, эти птички? Так, давайте посмотрим. Вот тут что-то произошло. Это видно от дождя. Свалило дерево. Дерево, хотя, может быть, и от снега. У нас же снежная была очень зима. Запросто могло быть и от снега. Видите? Хотя, может, и от дождей шел поток. И вот так снесло дерево. Камень, видите, аж раскололся. Такая стихия. На, вон еще деревья. Поваляла. И вот, и вот здесь где-то я видела тоже деревья поваляла. Есть, мы их уже начали потихонечку рубать, убирать. Бабочки летают, всякие пчелы, осы. Посмотрите, какая елочка красивая. Какие они пушистенькие, маленькие, такие хорошенькие. Как их можно срубывать, скажите мне? Нельзя. Лучше купить искусственную, пусть живут и радуют нас. Ой, сколько здесь птиц, еще и другие птицы поют. Ой-ой-ой. Тут в низине хорошо видно, где-то есть, побиваются молодые елочки, где-то уже могучие деревья. А вот посмотрите, какая елка. Вот, подружки,
Вот какая красивая. Обновляют свои оперения сейчас, точнее свои иголки. Зеленеют. Все так пахнет. Просто шикарно. Шикарные такие запахи. Цветов, влаги, мха, елки, запахи сосны, всякие тут цветочки букашечные. Вон, видите, сколько маленьких елочек повылазило. Какая красота! Вон они там, как грибочки. Мы сегодня даже встретили оленя на дороге. Ну, очень, олениху, точнее, очень она была дружелюбной, доброй, ласковой. Костя ее прям гладил, наглаживал и массаж ей делал от радости, что она вот так вот согласилась нам попозировать. Да. Красиво. Приехали на пробежку. Я вот с вами хожу уже 6 минут. И я не могу отключить камеру, вот, понимаете? Не могу насладиться, не могу адаптироваться еще к этой красоте. Ну никак. Надо уже выключить камеру и хоть немножко побегать, размять ноги от нашей городской жизни. Все, машина до кресла, машина до кресла. Ладно, немножко отключусь, пробегу и включусь с вами уже там немножко повыше. Сейчас буду в гору бежать, потом с вами встретимся. Остановилась показать вам, какой здесь вид открывается. Но здесь открытая площадка и высоко, а, конечно же, ветер. Может быть, не очень хорошо слышно. Вот, посмотрите, какое у нас красивое небо, кучевые облака. Внизу это Афины, они в такой голубой дымке, может быть, их и не видно. А вот там на горе это казино, действующее казино. Там работает подъемник, можно снизу подняться бесплатно, кстати, на подъемнике, полюбоваться красотами и оставить свои деньги. И, ну, вот это все, то, что вы видите, такое, такую голую гору, это был лес с такими же красивыми елками. Заповедная зона, но все это сгорело и остался вот пятачок. Вот оттуда он начинается, пятачок. Вот оттуда начинается и дальше уже наверх вот так все лес остался. Елки, сосны. Вот, ну и с той стороны тоже есть, там более такая дикая зона, более крутая гора. Мы туда раз ходили, конечно, тяжело. Нужно. Здесь у нас вот такие вот муравьи живут в дереве. Они нас испугались и спрятались. Выходите. Вон они. Ой. Выходите, муравьи. Ой, спрятались. Вот они. Очень большие. Их тут называют в народе воришки. Почему воришки, не знаю. Они съели тут целое дерево. Они внутри сидят. Видите, опилки. Внутри сидят и строят внутри дерева дом. Так, мы все-таки выбрали дорожку. Дорожку горную, которая ведет к источнику мола. Я вам показывала. Но... Ой-ой-ой. Собаки. А может быть, здесь даже водятся и дикие кабаны. Мы слышали их звук и следы находили. Будем надеяться. Ты не Коста? Я вижу шкиля. А. Ага. Боимся, чтобы не было здесь каких-нибудь диких собак, потому что диких, ну, вы понимаете, брошенных. Потому что здесь, к сожалению, в Греции есть такая
ситуация, когда люди бросают собак, вывозят вот так в горы, в леса бросают собак. Пока мне Костя ищет палку, чтобы я смогла защищаться, я вам покажу здесь немножко красоты. Так. Харисто. Так, сильно? Ура. Вот. Все. Калимера. Калимера. Είναι μακριά ακόμα προς τα κάτω. Πού πάτε? Σε μια πηγή μόλα λέγεται. Ναι, ναι. 20 λεπτά, κάτω εδώ. Ακόμα? Ναι. Μετά στη διαδρομή είναι... Πάμε, δεν πειράζει, πάμε, πάμε. 20 λεπτά προς τα κάτω? Ναι. Πάμε, πάμε, δεν πειράζει. В общем, говорят, еще нам далеко идти, 20 минут, но ничего, надо разминаться. Засиделась я в офисе, поэтому пойдем сегодня, воспользуемся хорошим днем, походим. У меня болима твоя. Э? 25 лет. 25 лет. И мне, и ακόμα 2 ώρε περπάτημα, 2,5. Αντέχεις? Κοίτα, εγώ αντέχω. Πάμε. Αλλά ξέρω εγώ μήπως δεν αξίζει. Πάμε, πάμε. В общем, муж говорит, что нам еще часа два ходить, ну, если учитывать, что спуститься к источнику и опять вернуться к машине. Ну, в общем, мы приняли решение, рисковое решение отправиться все-таки к этому источнику. Как-нибудь выживем, там водички попьем и будем возвращаться, потому что вон у нас, конечно, ничего нет. Ни воды, ничего, мы просто на легкую пробежку приехали, но... Так красиво, так здесь атмосферно, что мы просто не могли остановиться и решили пойти посмотреть, куда ведет эта тропка. И тропка, оказывается, ведет на другой край горы, на спуск. Ну ничего, не первый раз, мы справимся. Показываю вам вот эти тропки, как они здесь у нас. Ай, меня какая-то букашка кусает. Показываю вам тропки, как они у нас здесь сделаны. Это просто вот, ну, вот такие вот тропки, где-то получше, почище, где-то с камнями, с растениями. Вот так вот мы пробираемся вниз, вверх, вниз, вверх. Нужно, конечно, здесь быть осторожным, потому что все скользкое, земля здесь скользкая, камни скользкие, можно упасть. Вот. Ну что, отключаюсь, покажу вам уже что-то новенькое, пойду догонять Костю. Это цветет дикая малина. Видите, всякая живность, жучки, пчелки. Вот куст дикой малины. В августе будет чем полакомиться. Мы все-таки пришли к источнику, оказалось, это не так далеко. Источник — это вот, вот у нас такой домик с родниковой водой. Вода очень вкусная, чистая. Я уже водички попила. И будем сейчас готовиться отправляться в обратный путь. Какие здесь елки красивые. Ой, камера. Везде красиво, что сказать. Лес. Так, 50 минут, как мы возвращаемся. Мы полпути точно прошли. Сейчас мы выйдем на дорогу, выходим точнее на дорогу. И будем ориентироваться, куда нам дальше идти. Точнее, где наша машина, где наша точка. Так, с какой стороны мы вышли? Сейчас посмотрим. Так. Ты? Ох, я смотри. Thank you.
Ну все, мы все-таки добрались до нашей точки. Идем сейчас в нашу любимую кафешку. Мы проголодались. От источника до кафешки времени у нас заняло ровно 1 час 7 минут. Получается, в целом, да, нужно где-то 2 часа, чтобы туда сходить и вернуться. Хорошая тропинка, нам понравилась, но мы будем искать и другие тропинки. Если на следующей неделе будет такая же прохладная погода, мы обязательно тоже сюда приедем. Показываю вам паркинг, ничего не показываю. Вот здесь хорошая дорожка, красивая. Тоже такой подъем. Красивый здесь вид, потому что здесь кафешка находится на горе, на очень высокой такой точке. Так. Шашлыком пахнет. Есть хочется. Так, пойдем посмотрим, чем нас сегодня покормят. О, как для нас? Ура! Ура, ура, ура! Нашла. Вот, девочки, посмотрите, что Костя сегодня назаказывал. Вот говорят, нельзя голодному ходить в магазин. Мы так проголодались, он пошел, заказал двойные порции. Он не думал, что они будут такие большие. Здесь на 7 человек еды. Посмотрите. Салат. А здесь, значит, рис, мясо, курица и картошка. Здесь то же самое. Ну все, прощай, диета. А это не знаю, что это какое-то запеченное что-то. Что это? Не знаю. Сейчас будем кушать. Вот.